под костины слышу шорох и расходит деловой. Мы сидим, как крысы в норах, речка стынет за щекой. Я неделю как на нарах познакомился с женой. Оказалась классной бабой, не пойду теперь к другой. Мой сосед сказал, мол, надо два мешка крупы купил. Туалетную бумагу этот дурень позабыл. Путин нам с больших экранов разрешил передохнуть. Выбирай, народ, где надо ударение воткнуть. Нам сказали, мол, не надо ездить в отпуск за кордон. А с моей такой зарплаты я безвыездный давно. Не трястись, чтобы от страха вирус сам убьется. Крикни вслух, иди ты нахуй, русский не сдается.